середине июня на частоте 106,7 МГц в селе Красная Читая начнется вещание национального радио. Передачи Нацрадио смогут слушать также жители соседних районов Ядринского, Аликовского, Шумерлинского и в Нижегородской области. А национальное телевидение Чувашии появилось и в региональном спутниковом мультиплексе «Орион». Мы стали 28-м по счету телевизионным каналом, включенным в региональный спутниковый мультиплекс на платформе группы компаний «Орион». Для абонентов телекарты национальное телевидение Чувашия доступно в пакетах «Стандарт», «Безлимитный» и «Легкий». Европейская часть России, Урал, Сибирь могут смотреть нас с сегодняшнего дня.